Ага, а вдаль? Да все отлично. Он космонавт. Это я так ношу, чтобы умным казаться. Что модно, да? Да, да, да. Бес какой, а? Да, да, да. Там маска нормально держится, не слетает? Держи. Ты по этой дороге тоже сам поедешь потом? Люба, или да будешь, как садиться, будешь садиться за руль? Да, да, да. Слышал, что я тебе, что я говорил? Нет, не слышал. А. Газ. Да. А. Тормоз. Тормоз. Да, вот это главное запомнить. Хорошо. Это газ, это тормоз. Ну, вот это кнопка. Это кнопка резкого включения двигателя. Да, да. Ну, ну и о, остальное родики. Больше ничего. Все. Не сейчас мы немножко вот, а, вот, Дима, на связи, Дим. Вот так пройдем. Не с этой стороны. Ага. Сейчас обойдем машины, чтобы здесь. Дима, попросили. Дима, Дима. И... Да, да. Мы. Вот ты вопрос. Во, из квадроцикла. Мы вовремя уложились. 3 тандема будет сейчас, ребят. 15 минут. Да, как раз у вас 15. Не-не-не-не-не, чтобы мы тогда отсюда, так же как с Любой. Да, и сюда и, обратно. Ну там 5 минут туда. Это, ну, слушай, все, садится. Пока садимся. Держи палку. Да. Да. Да, хорошо. Резинку зацепи, чтобы она не улетела. Ага. Вон, на руку возьми. Ага, все. Это... Все, пона... все. Сюда руку. Вы ее как-нибудь раскройте, его. Ага. Что не видно, не видно. О. Нифига она не, она не тяжелая, хорошая. Ну, ну ты сравнил себя. О, о, сейчас, о, сейчас о, 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 о. Как вас там зовут? Борис. Борис, все, поехали. Борис, я буду вот так вас снимать. Как снимешь, так и снимешь. Хорошо?
такая неинтересная, правда? Не, нормально. Thank you.
больше глушить никак нельзя, что ли? Нет, можно. Эксклюзия, это самая там опасная кнопка, нет? Да, не, а просто удобнее. Да, это просто. Так можно вдвоем. Покататься еще? Не, вдвоем, фоткаться. А? Упала? Или ты ее так и оставил? Вы, наверное, не поставили. Вот это там разрядилось. А, ты специально? На этой. Да, мы ее не поставили, вы уехали, мы забыли же. Фоткайте нас пока. Что не поставили? Камеру не включили. Вот там? Да, да. Точно? Нет, вот это. А, там мигала, она просто выключилась. А это, ну, наверное, не подняли. Она, наверное, не спустила. Она как была стояла. Ну давай, сфотографируемся и. Ну, да. Что, заливаем? Ой. Ничего, что я с голыми руками? Да ничего. Давай потом маски снимем второй раз. Давай. Чтобы понять, что это лучше. Оп. Маски снять, да? Ага. Так, так. Что-то... Что-то подожди, у меня проблема. Чего? Я не вижу маски. В смысле? Маска не можешь снять? Подожди, 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 подожди. Вот так давай. Все? Ладно, сейчас снимем. Так, тут следующий. Надо вам это, нет? Да, надо. Что, ты все уже села, да? Я ее выключаю, но включить не могу. Не тратить аккумулятор. Да, даже было не включено, если я выключал. Я представлял его. Да, я тоже гоняю. А третья есть? А, там дырка, вот, готов, пошел. Я только влезу с тобой. Там она есть, там понятно. А, на аккумулятор. Или только это? Сколько там надо? Аккумулятор. А, нет. Это плохо. Что за дело? Я ничего. Давай, давай. А что вы ее так свернули будете? Вниз, да? Ну, да, ну, как? А ты сняли, да? Как? Просто? Давай, Тяга, давай. Ну, а ты просто будешь видеть. Опа, форма, дяги. Тяги. Просто тут хочу снимать. Нет, это? Просто можно здесь вообще... Зачем нам 20 минут снимать землю? Да можно вообще просто это пробуксовать. Так можно, ну, да. Еще. Заслонку закрыл. Да. Ну все, так и пили. Мы так делаем, мы первый раз так, второй раз. И потом тросик положишь аккуратно на землю. Ой, уже не видно. А где мне? Все. Люб, оторвались. Легко провал. Где не падает там? Пытается поймать, видишь, обратно. Нету? Это рыба.
Сейчас смотри, если никого не притащить, значит все, оторвались. На поиски пойдем. Снегоход. Люб, знаешь еще снегоход? Чтобы людей искать потом, потерявших. Да, на поиски все. Давай, иди на поиски. Вот это как будто это Новый год. А фарш собирают. Знаете, на поиски, она потом летят. Гадина, они полетят. Готово? Сейчас, смотри, идем, как будто вырежешь. Что? Готово? Камера. Включили? Камера. Подбери его. Представится, доложу. Передавая. Передавая? Передавая. Что там? По возвращению. По возвращению генерала. А здесь парень повышено. Вон он. Так и напишу военники. Все, садись. Держаться, да? Ага. Все слышали, когда я объяснял? Ну, что держаться надо, да. Да, 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 да. Крепенько. Если дует, на мотоцикл съездили? Нет. Нет, да. Там нет ничего. Вот таких. Там держится за впереди, ну, за водителя. Ага. Если будет шелновато, нашему месту. Нет, сейчас он запишет. От меня до вас будет большой. Ага. Я здесь возил 4 человека. Сам, еще, еще и еще. И поэтому места здесь достаточно. Ну, а больше, когда выйдем уже по прямой. Захотите прокатиться, там я вам поподробнее объясню. Добро? Всем падает. Холодно? А, всем падает. А? Снег? Всем падает.
пролетает. А да как здесь же вот делается? Кто же так делает? Или эту штучку может быть снять, она весь обзор закрывает. Ага. Шлем спадает и поэтому туда поддувает. Ага. И он я отдельно, он отдельно. Так, да, он отдельно, я отдельно. У вас есть головной убор? А? Есть? Шапка там. Ну ладно. Не-не-не-не-не-не-не, сейчас. Или, может быть, это можно как шапку надеть? Да, одевайте. Надену ее. Ну-ка, оденьте это. А, сейчас. Ванька, а вот кофе еще осталось? Сейчас, погоди. Вот этот поплотнее, да? Ну да. Во, во. Ну-ка. Да, нормально. Задувать. Да, этот больше. Тот мне тоже такой. Более-менее. А этот сюда, конечно, дует. Не, он не то, что дует, он просто... Даже... его потерять боюсь. Даже спадает, да? Ого. Это для Ивана, наверное. Так, газ. Ага. Давайте руку правую. И вот этим, большим ага. пальцем. Угу, угу. Это газ. Это тормоз. Тормоз. Да. На себя. Угу. Больше вам ничего не надо. Это резко. Да, это торможение. Все, заводим. Ничего не делаем на газ, а он сам тронется. Правильно. Сначала научимся правильно ездить, а потом быстро, да? Thank you.
Правильно. И глушим. Влево. Правильно. Правильно. Вообще большое круто. Что, надо перевернуть камеру? О, спасибо. Ты тут большой. Автоматы подтяни, пожалуйста. Она опять не летит? Ренел начинает. В смысле? Так, держи я. Стоп, стоп, спасибо. Секунд? Да нет, хорошо. Карлсон. Для группы. Можно повторить? Думала, что там врут, что Карлсон. Я говорю, Карлсон, это существует. Человек в группе, да? Так он будет крыло так цеплять? Или они просто так вот? Во, прикольно. Что делаешь? О, это бензин у него там? Бензин, да. На каком топливе? Обычно? Он? Топливо. Он? Ага. Он, я не знаю. Конечно, обычно. 95-й, наверное. 95-й тоже. Он крыло цепляет, да. То же самое, ну принцип, только без лебедки он. Он может... Управление. Ну управлять-то можно и парапланом, а именно вот высоту поддерживать. Ну тут
потоков не надо варить. Бензин у него видно этого. Ну, как и бензопилу, маслом разбавлен, поэтому он синий. А, вот, я и думал, что. Угу. Он цвет бывает и красный, и синий. Mm-hmm. Что? А. Саня, ты что хочешь? А, теперь? Стоять. Наперед прям? На лицо? Вот так, да. Давай. Ну, он бы снял. Три минуты. А между парашютом и парапланом большая разница по ощущениям? Ну да. Не знаю, я не летал. Да? Вы не летали? Только я... А прыгали? А? Прыгали? С парашютом? Ага. 28 раз. Чего себе. Здорово. Не летали? Нет. Чего? Боюсь. Какой самый страшный на парашюте? Второй раз самый страшный на парашюте прыгать. Мне никогда страшно. Да? Блин, а по руками же вообще страшно. Ну да, вон Люба. Готова? Ты снимаешь? У меня в моем сне было голубое небо. Снимайте кто-нибудь Любу. Снимите Любу. Стрекоза полетела. Я вышла. Не, она зря балаклаву-то не делала, здесь сейчас нормально. На высоте-то. На высоте-то, да, на высоте-то. Я вот так вот затянулась. Чулок этот. Чулок этот. Ну у нее то очки ей, наверное. У них очками, да, очки задерживали. Если без очков, то она вот член тянет назад, и ты подтягиваешь. Ну это то нормально будет. Нет, это все. Когда мы поменялись с ним вещи. Он поменьше. А, другой шлем. Чё, полетим? Чего так легко одеваешься? На природу. Там ничего теплее нет. Ну? Зиме не готово. Придется сброситься. Это зловеще звучит. Ничего, ничего, ничего. Я много по походам походил, вот так девочки тоже. Да ладно, да ничего. А потом, когда в горы поднимешься. А? Треть? То они вот с тебя снимают и только укутать. А потом все сбрасывались по одежке для них. Чего одеваться? Шлем? Балаклаву я бы не советовала. Что, без нее? Это на шапку. Может быть, на шапочку? Попробуйте. Чтобы было поплотнее. Шлем? Да, вот этот. Попробуйте вот этот. Так он на шапку не оденется, наверное. А мне кажется, наоборот, хорошо будет. Что тут? Так, вы сейчас кататься поедете, да? Да. Да. Что у меня там ноутбук? И так можно взять. Не бережете вы себя. Бережем. Ноутбук. Все. Саша, что не проследила? А вот это будто следишь. Нормально вот эти? Да, они теплее. Секунду. На свои перчатки. А, да? Ага, деньги еще. А сопли ходят опустили. А то туда подбывает. Подожди. Вот.
нормально, не туго? Нормально. А, наоборот. Договоримся так, сядешь не сюда, ага. Вот сюда и держаться будешь за меня, она пониже. Здесь высоко, и получается, что... Ветер. Понятно, да? Ага. Хорошо. Ну вот быстро не поверим. Садимся. Хорошо. И вот, вот, вот так? О, ага. Да, вот на мотоцикле вот так и ездит.
Испании. Да, да. Впереди потеплее, да? Да. Я говорю, садись в кабину, погрей. Ребят, пойдемте в машине посередине. Нет, не уехала? Нет. Если бы можно, уехала. Куда ездили, да? Сейчас вот по полянке подъедем. Чё, как ты? Что это читала? Вообще класс, я Яну спускаем. Круто там? Как-то раз. Яна такая смешанная. Я говорю, на она танцевала танец в щёлке. Да, да. А я на нас. А я к Тамаше. Да, да. Я же по враг. Всё, тут надо снять, да? Спасибо большое, круто. Хорошо. Внимание, снимаю. Ну как, тебе понравилось? Да. Подъем готовится сейчас. А ты не хочешь летать, туман? Не, я в светлую погоду не прилетел, а ты туман. Видел, как они есть?
Ага, я вижу. Заблудились домой. Не, ну просто не вижу. Не, ну сейчас на телефон поставил. Да, он прям берет и поворачивает, и ты прям зависаешь. Я говорю, что там падает. Прикалывает. Нормально, завтра увидим. Результат, да? Будешь? Он не крепкий тебе. Этот платочек сделал. Это чай. Чай. Ты чай не пьешь? А что, выпили с Лапином? Принялось, а? Стоп. Едем? Ну, покуривать. А, да. Да, выходим. Ну, в салоне не курят. Да это. Один поедешь? Один, конечно, что? Или ты меня прокалишь, что ли?